Наконец-то произошел этот прекрасный, долгожданный момент. Открытие, открытие Томус клуба. Я всех вас этим поздравляю. Поздравить, впрочем, с событием стоит только женщин. Клуб ориентирован на них, точнее, на их красоту. Тренировки в тонус-клубе кардинально отличаются от занятий в любом другом фитнес-центре. Дело в умных тренажерах. Проще говоря, уникальные тренажеры позволяют заниматься на них, в том числе и неподготовленным женщинам, без дополнительной нагрузки на суставы и позвоночник. На тонусных столах в любом возрасте и с любой комплекцией можно добиться желаемого результата. Тренажеры все сделают сами, нужно лишь поддаться заданным движениям. Аналогов этого тренажера нет, то есть он представлен только в тонус-клубе. Опять же, уникальность его в том, что Маша находится на мяче, абсолютно нет нагрузки на позвоночник. Весь тренировочный процесс в тонус-клубе сопровождает опытный инструктор. Более того, для каждой женщины разрабатывается индивидуальная программа. Нина Борисенко испытала на себе в новеньком клубе уже 5 занятий. Позволяет себе 3 часа за посещение. Говорит, стала буквально взлетать по лестницам на 4-й этаж к себе домой. Это массажер. Это такая вещь, которая разбивает все-все-все проблемные зоны. Где у кого целлюлит, где какой-то здесь. Лишнее, то, что вам не нужно, и которое уже застоялось. Усталости, боли в мышцах после длительных тренировок Нина не наблюдает. Сравнивая личный опыт с другими фитнес-программами, находит лишь плюсы. Фитнес-тренер с 15-летним стажем, а по совместительству и управляющая тонус-клубом Юлия Токаренко говорит, что все дело в правильном расслаблении после процедур. Если женщина не хочет держать физические нагрузки, она может прийти просто отдохнуть. Сейчас у нас на клиентке очки, которые массажные очки, которые снимают отеки, массируют глаза, убирают морщины, естественно, да, и в то же время ей массируют ноги. Эта сауна входит у нас в систему похудения. 50 минут женщина лежит, прогревается инфракрасными лучами. При этом она не дышит тяжелым горячим воздухом, что всегда сложно, да, волосы у нее не портятся, вот, значит, и, естественно, эффект инфракрасной сауны здесь круче, нежели она будет ходить в обычную сауну. В связи с открытием подарки, лотереи на презентации клуба, приятные сюрпризы, антицеллюлитные варежки, кремы и даже карта на 30 бесплатных занятий и возможность приобрести абонемент, так называемая предпродажа, комплекс процедур по очень приятным ценам. Побывать в таких вакуумных брюках, например, в салонах столицы удастся в среднем за 2000, по скидочным расценкам в открывшемся клубе примерно 200 рублей. Путь к красивой фигуре, похоже, еще никогда не был таким приятным. Тонус-клуб гарантирует только самые положительные эмоции и результаты. Татьяна Кременецкая, Евгения Петровна, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.